Итак, всем привет. Вышла новая версия, долгожданная 1.32. Ну вот на примере АТС-ки хочу показать просто. Вот видите, новый интерфейс появился в меню. Что тут у нас? Навыки, это все было. Покупка грузовика, покупка прицепа. Улучшение грузовика, улучшение прицепа. Ну, это адаптация, это все было здесь где-то, да? Сейчас что у нас доступно в грузовике? Это, я так понимаю, это наша компания. Грузовики, прицепы, персонал, гаражи. Галерея. Что тут можно? Галерея прицепов. Ну вот он. Сдвижной тент. Вот что у нас сейчас присутствует из прицепов. Да, вот сейчас на ранних уровнях нам доступно, получается, только платформа. Это вот у меня сейчас здесь 11 уровень. Доступна платформа. И вот такой фургон. Все, больше ничего. Что тут еще мы? Ну, это тоже двойные прицепы пошли. Тройные, изотермический. По-моему, изотермический, да, тут, по-моему. Ну, сейчас посмотрим. В общем, вот так. Ничего нового. Сейчас что? Из прицепов. Из прицепов у меня, да, вот изотермический. Вот он такой, я его сделал. Немного подтюнинговал. Тюнинг, улучшение прицепов. Вот что у нас есть. Сейчас что мне доступно. Вот это. Но это опять, видите, не знаю с какого уровня. И опять только стандарт трейлер. В общем, я не смог ничего, кроме... Сейчас покажу, что я здесь. Вот он, мой прицеп, я уже его подцепил. Сейчас покажу. Вот он, мой прицеп. Сделал я вот такие колеса, но как бы пошире, чтобы был поустойчивее. Что из тюнинга? Так, ну тут у нас не будет. Вот поставил я вот эту защиту. Можно поставить колесо, диски, рассветку. Тут можно, тут видите, клепочные, на клепках все. А можно просто там шторный, по-моему, что-то типа того. Не знаю, сзади можно как бы сделать... В общем, тут двери, а можно как, получается, типа, как она, ну, типа жалюзи, что ли, я не понял как, ну, ладно. Брызговики вот сзади, и стандартный стоит вот этот ограничитель, задний ограничитель. Ну, все. Вот сейчас я подцепил. Так, что еще? Подцепил. В общем, я выбрал грузы. Ну, самые... Я так понимаю, со своим грузом только можно использовать биржу грузов. Находимся мы в Элко. Я нашел более оптимальный, но я здесь вот еще и не был. Джекпот, да? Джекпот. В общем, вот 12 тонн, ну, самая большая цена. Можно, конечно, 16, но за нее меньше платят. В общем... Поедем мы сейчас с удобрениями 12 тонн из Элка. О, джекпот. Сейчас я нахожусь в гараже. Да, вот мой скин. Кому не судите, дело для себя. Могу сделать скидку, ссылку. Вот я сделал скин. Вот смотрите, тут всякие, вот есть сертификаты, я имею в виду американские сертификаты. Ну что тут, так,
Не знаю, кому нравится. Я дам ссылку, можете скачивать его. Сделал я его под карбон, видите, такая покраска, будем говорить, под карбон. Ну, а остальное что тут? Вот огонь на дверях и американский флаг, так как мы в Америке. В общем, я уже его показывал, но еще покажу. Так, ну все, давайте поедем. Поедемте за грузом. Ну так, так, со своим уже прицепом. Уже смотрите, видите, добавили тройные в трафик, тройные прицепы вот в трафик нам добавили. Вот видите, он пошел, раз, два, три. Так, а сколько нам? Ух ты, ничего не поняла. А что, он у нас загружен уже стоит, не поняла я. Нет. А... Так, а как нам? Это через агент, понятно. Используй собственный прицеп. Но вилка. И мы собрали джекпот. Удобрение. 93 мили. А, выбрать как место назначения. Ага, нам надо развернуться теперь. Да? Ну, поехали. Вот тут попробуем на перекрестке с ним. Значит, я не выбрал просто. Так, немножко нарушим. Давай. Ладно, блин, сейчас мы его цепанем на этом крокодиле. Интересно, вывернем, нет здесь. Но тут уже, видите, смотреть. Получается, до этого у нас надо было грузовик ремонтировать. Сейчас придется еще и прицеп. Я думаю, вывернем, только сейчас еще, сейчас вот это вот цепанем. Опа. Нет, не понимают они. Ну ладно, придется, придется его цеплять. Потихоньку, потихоньку, полегоньку.
придется нарушать. Что-то я отрегулировал как-то, у меня тормозит. Блин, сделать побольше, он... Сейчас и посмотрим на этой базе как раз, что там у нас. Я первый раз, я на бетках не играю, поэтому как-то я не знаю, что там. На бетках не играю, поэтому вот вышло уже из бетки, я закачиваю. И то на ETS я играю на... сейчас до сих пор я на 1.31. Потому что опять моды не вышли многие. Так, наверное, нам к этому значку надо подъехать, да? Я так понимаю. И потом... Ну, давайте попробуем. Так, ну давайте назад. Так, ну давайте здесь посмотрим. Так, а вот, используйте собственный прицеп. Так, итого, нам надо в джекпот удобрение. Ну, давайте взяться за работу. Взялись. А, нам надо теперь его загнать туда, да, получается. Давайте загоним. Нет, давайте уж загоним и посмотрим, что у нас там. Что он... Ой, опа, не понял, что тут такое. Вон оно что. А я-то думал, вроде столба не было. Блин, в ETS редко играю. Нет уж, давайте не будем мы пропускать эту погрузку, мы загрузимся. Ну давай. Попадем, не попадем. Ладно, немножко сейчас мы назад сдадим и вперед сюда. Thank you.
тут выпрямим. О, и сейчас будем сдавать. И будем сдавать. Так, выпрямляем. Опа, есть. Так, глушим двигатель. И загружаем груз. И что происходит, интересно? А, вот. И все, да? Груз по грузу. Отлично. Ну, теперь заводимся. И погнали до джекпота. До джекпота нам получается 93 мили, да? Ай, да что ж такое-то. Ладно, поехали. Опа, стоять. Тихонечко выезжаем. Есть капот, я просто как я на них. Если, конечно, день-два поиграть, я привыкну, но... И вот еще я никак не врублюсь вот в эти светофоры. Вот мы сейчас на красный проехали. Хотя, наверное, не должны. У нас всегда стоят светофоры, ну, будем говорить, не как здесь, вот видите. Ну, я понимаю, я так должен остановиться. Светофоры всегда стоят, ну, перед перекрестком, будем так говорить. А здесь за перекрестком, и тут не поймешь. И получается, у меня путаница всегда. Так, ну и... наш прицеп. Так, нам не нужно заезжать на станцию взвешивания. Счастливого пути. Спасибо. Вот этой стороне я, по-моему, не был. А может быть, был, не помню. Ну, полиция у меня отключена здесь, поэтому я гоню, как хочу. Я говорю, я в американских правилах особо не разбираюсь, поэтому я вижу, народ может поворачивать на зеленый. Я тоже поворачиваю, то есть на красный, и я поворачиваю. Здесь никак я не пойму тоже на этом Кенворте. Ну я не реп, я очень редко играю. Прямо вообще очень редко. Никак не пойму, не разберусь в приборах. Столько приборов, что не знаю, где у нас солярка, где у нас что. На, например, на Скане или на Дафе я езжу, да, я вижу. В общем, я вижу. Вот.
там соляра когда заканчивается. А здесь я не понимаю, когда у нас что заканчивается, хрен его знает. Ладно, мы сейчас быстро доедем. Просто хотел показать, вот видите, не знаю, может быть, уже кто-то все выпустил, уже давно все видео, но у меня вот, я только скачал его, хотя с утра, будем говорить, сижу, ну не с утра, с обеда примерно в компьютере был, не знаю, но я не включал игру. Кстати, вот это вот давно уже, ну, как сказать, давно пора свой прицеп сделать. Да, может быть, с грузами там что-то не так. Не те уже грузы. Еще бы, я говорю, я сделал бы здесь в игре, например, мойки. По-любому уже, вот, когда едешь, машина мажется, даже по сухой дороге. Одна пыль на ней пристает... столько, что... А дождь? Если дождь прошел, все, машина уже... 100% она уже грязная. Блин. Никак я к нему не привыкну. 100% машина грязная. Поэтому не знаю. Заправки есть. А почему моек для грузовых машин нет? Вот это я никак не пойму. Ну, как читал на форах, да. В принципе... тут нужно менять движок игры. Сейчас уже игры развиваются до такой степени, что не знаю. А здесь как все было? С какого она года? По-моему, 2013, по-моему. Ничего не меняется. Ну да, вот с каждым разом, ну вот мы и добрались до джекпота, с каждым разом игра становится хуже, хуже и хуже. То вроде раз все идет, и графика нормальная, и все, и оптимизация, а то раз — на тебе. Сегодня, кстати, загружал ETS, там такое убожество, я имею в виду. Что-то все желтое, все какое-то непонятное, темное. Поэтому... одно спасает — моды. Больше ничего в этой игре. В принципе, интересно посмотреть, поездить. Но... да что ты... не хочет он никак поворачивать. Вот один автобус только грязный ездит, а остальные все как будто с конвейера в машине. Ну вот мы достали груз, но я не буду заморачиваться.
сразу можно взять. Видите, груз. Текущее предложение заказа. Джекпот. Ну вот это да, и вот это уже хорошо. А то потому что приходится возвращаться, например, опа, на карту, искать, где ты находишься там. А это сразу нажал текущее предложение заказа. Джекпот. И все, и погнали. Трекли. Ну, туда я не хочу. Так. Нет, то показывал, видите, то показывал, какие у меня города открыты, то теперь не показывает. По-моему, я и в джекпоте, наверное, был. Так, а куда нам еще? Джекпот. Нет, это очень близко. Джекпот, ЛКЛ опять. Ну, значит, сюда взяться за работу. Что пропустить загрузку? А, мы здесь и находимся опять. Ну, давайте пропустим, я загружусь. Все, видите, вот так. Раз. Все, загруженными стоим. Ну, в общем, вот такая у нас система получилась. Я 1.32. Не знаю, что нового вам открыл, не открыл. Но вот так вот. Кому нужен скин, выложу ссылку под видео. А так, не знаю ничего. Кстати, скин могу показать. Галерея, что у нас? Так, погодите. Это грузовики, все правильно. Так. Кенворд, кабина у нас такая. И вот его окраска. Вот он мой мод. Включаешь, вот так он уже на полной кабине выглядит. Если кабину, например, изменить маленькую, вот как сейчас у меня, то он будет так выглядеть. Ну и на вообще дефолтный, будем так говорить, он выглядит вот так. А, вот видите, получилось как. Ну, ладно. Ах, он, блин. Ну, ладно, вот так вот, в принципе. Не знаю, не буду я его так переделывать. В общем, он создавался, это, в принципе, для кабин. Вот для этой, будем так говорить, большей части, вот, со значком. И, ну, и будем говорить для этой, это какая у нас AeroCup Sleeper. И большей частью вот для этой модели он создавался, потому что вот здесь у нас еще... Ну, все, на этом, наверное, буду прощаться. Всем пока!